Вы знаете, новости из Херсонской области, которые вот не могут не радовать и, с другой стороны, даже не удивлять. Почему? Потому что украинцы, которые попали во временную оккупацию, напомню вам, что приличная часть Херсонской области на сегодняшний день находится в фактической оккупации российско-террористических войск. Несмотря на то, что эти бандиты стреляют налево-направо и заниматься пассивной в этот момент, как говорится, очень опасно. И все мы прекрасно понимаем, с кем приходится иметь дело, что это террористы, это фашисты, это бандиты. И что им придет в голову через 2 секунды, не знает никто. Они просто могут расстрелять этих фермеров. Но наши фермеры приступили к пассивной. И, конечно, честь им и хвала, потому что в подобных условиях, наверное, еще никто никогда в мире пассивную не проводил. То есть в условиях, когда у тебя где-то там недалеко от тебя находятся какие-то бандиты, которые в любой момент могут напасть на тебя, на твою семью, или в лучшем случае просто-напросто забрать твое имущество, твои трактора, ограбить тебя, убить. Наши люди остаются нашими людьми, они начинают пассивную, они не обращают никакого внимания на российских фашистов. Они знают прекрасно, что завтра там будет Украина, все будет обязательно хорошо. А вот эта вот банда, которая к нам зашла, просто сгинет. И никто даже не поймет, где она делась. Просто была и нету. А все будет обязательно, друзья мои. Украина.